Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя Национального совета развития, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание Национального совета развития. Под председательством лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя Национального совета развития, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание Национального совета развития. В заседании приняли участие члены Национального совета развития, руководители и представители международных организаций, другие партнеры по развитию, руководители соответствующих министерств и ведомств страны. Целью проведения мероприятия является подведение итогов промежуточной реализации национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, определение дальнейших приоритетов развития и привлечение внимания партнеров по развитию с целью увеличения средств для реализации стратегических целей и приоритетов страны. Заседание открыл президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Глава государства подчеркнул, что несмотря на напряженность ситуации в современном мире и прямое влияние внешних негативных факторов на национальную экономику, за последние 8 лет темпы роста национальной экономики в среднем составляли 7,4%. Международные финансовые организации оценили Таджикистан по среднегодовым темпам экономического роста как страну с быстро растущей экономикой. Президент страны отметил, что объем валового внутреннего продукта за этот период увеличился в 2,6 раза и на душу населения в 2,3 раза. Денежные доходы населения в 4,4 раза, средняя заработная плата более чем в 2 раза, размер окончательной пенсии в 1,9 раза, количество предпринимателей в 1,6 раза. В результате принятия своевременных мер правительства страны уровень бедности снизился с 31,3% в 2015 году до 21,2% в 2023 году. По оценке Всемирного банка, Таджикистан вошел в число 10 ведущих стран мира по темпам снижения уровня бедности. В продолжение выступления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что Таджикистан также добился значительных успехов в реализации целей устойчивого развития, согласно оценкам в целом, достиг 70% этих целей и некоторых их показателей более чем на 90%. Затем на заседании Национального совета развития при президенте Республики Таджикистан, министр экономического развития и торговли, ответственный секретарь Совета Завкизода Завки Амин представил информацию о ходе промежуточной реализации национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Также на заседании выступил президент Исламского банка развития, уважаемый доктор Мухаммад Аль-Джассер, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии Азиатско-Тихоокеанского региона Армида Салсия Алишахбана, директор по глобальным водным вопросам Всемирного банка Сарудж Кумар, генеральный директор департамента по Центральной Азии и Западной Азии Азиатского банка развития Евгений Жуков и выразили готовность партнеров по развитию поддержать созидательные цели, приоритеты и инициативы правительства Республики Таджикистан. Одновременно был заслушан доклад председателя Координационного совета партнеров по развитию, главы представительства группы Всемирного банка Озан Севимли о вкладе партнеров по развитию в достижение национальных целей и приоритетов. Президент Республики Таджикистан, председатель Национального совета развития, уважаемый Эмомали Рахмон, призвал партнеров по развитию в весьма уязвимых и быстро меняющихся условиях глобальной экономики внести свой вклад в реализацию глобальной повестки дня устойчивого развития для реализации дальнейших приоритетов развития Таджикистана. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подвел итоги заседания, дал указания и поручения министерствам, ведомствам и ответственным лицам государственных органов относительно подготовки проектов соответствующих документов по пересмотру национальной стратегии развития на период до 2030 года с учетом целей устойчивого развития, положения Национального совета развития,
подготовке промежуточного обзора реализации среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы в закладке «Основы для разработки среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2026-2030 годы», а также дал соответствующие рекомендации партнерам по развитию по расширению сотрудничества для реализации стратегических целей и приоритетов страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках третьей международной конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» принял президента группы Исламского банка развития доктора Мухаммада Сулеймана Аль-Джасера. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и группы Исламского банка развития. Таджикистан рассматривает Исламский банк развития как одного из своих важных партнеров, и мы выражаем удовлетворение плодотворным сотрудничеством с ним, заявил глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. Было подчеркнуто, что Исламский банк развития на сегодняшний день профинансировал реализацию приоритетных проектов в Таджикистане в объеме 916 миллионов долларов. В настоящее время банк финансирует 7 инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта, ирригации, образования и здравоохранения на сумму 237 миллионов долларов. В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения отношений сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, создания логистических центров, развития туризма, банковского дела, снижение влияния внешних факторов на экономику Таджикистана и продолжение реформ. В данном контексте глава государства выразил признательность руководству банка за инициативы по финансированию реализации проекта строительства Рагунской гидроэлектростанции. В ходе беседы была подчеркнута заинтересованность Таджикистана в продолжении сотрудничества с банком в рамках стратегии двустороннего сотрудничества на 2023-2026 годы, соглашение с Международной исламской торгово-финансовой корпорацией и программы поддержки национальной стратегии развития образования. В сегодняшних условиях изменения климата было признано важным использование зеленой энергии, развитие зеленой экономики, цифровизации и внедрение зеленых технологий в различных отраслях экономики. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим интересующим их вопросам. Сегодня же во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках третьей международной конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» принял члена президиума госпожу Жельку Цвиянович. Ваш и сопровождающий вас делегации визит в Таджикистан считаю еще одним свидетельством постоянной поддержки вашим государством глобальных инициатив Таджикистана в области воды и климата, заявил в начале встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. В ходе встречи стороны обсудили вопросы изменения климата, международные инициативы Таджикистана по решению водных проблем и другие глобальные проблемы планеты. Была выражена уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс развитию и укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Во встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, образования, культуры и туризма. Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества стран в рамках международных и региональных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, и признали важным продолжение и дальнейшее укрепление этого важного процесса. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках третьей международной конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» принял также вице-президента Республики Замбия госпожу Мутале Налуманга. Республика Замбия была одной из первых стран, поддерживающих очередную инициативу Таджикистана в области водных ресурсов, то есть объявление Организации Объединенных Наций десятилетия
«Вода для устойчивого развития». Мы признательны вашей стране за такой подход, заявил президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Стороны выразили удовлетворение уровнем сегодняшних политических связей между Республикой Таджикистан и Республикой Замбия, а также сотрудничество в рамках международных структур, особенно Организации Объединенных Наций и ее подразделений. В целях развития двухсторонних отношений было признано целесообразным взять на проработку вопросы учреждения совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и культурному сотрудничеству и налаживание связи между торгово-промышленными палатами двух стран. Для расширения многопланового сотрудничества было признано важным развитие межпарламентских связей двух стран, в том числе это создание парламентских групп дружбы. Перспективными направлениями отношений были названы сотрудничество в секторах сельского хозяйства, добычи и переработки полезных ископаемых, обмен опытом в этих сферах, а также налаживание культурных связей и сотрудничество в области науки и образования, использование большого туристического потенциала Таджикистана. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы борьбы с вызовами и угрозами современного мира. Сегодня также во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках третьей международной конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы принял генерального директора ЮНЕСКО госпожу Одри Азуле. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее институтами. Расширение сотрудничества с ЮНЕСКО Таджикистана определено как одно из приоритетных направлений внешней политики. И сегодня нас удовлетворяют его уровень и содержание, заявил президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон. Было выражено удовлетворение постоянной поддержкой организации инициатив Таджикистана в области науки и образования, защиты материального и нематериального культурного наследия. Шашмакум и фалак, вышивание цветами гулдузи, изготовление атласа и адраса, празднование Навруза, Сада и Мехргона, многочисленные памятники входят в число исторических памятников, являющихся ценнейшим материальным и духовным наследием Таджикистана, получившим мировое признание. В этом контексте был отмечен важный вклад и поддержка ЮНЕСКО в сохранении культуры и традиций наших предков и передачи будущим поколениям. На встрече было подчеркнуто, что наша страна заинтересована в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с ЮНЕСКО в области сохранения и предотвращения уничтожения исторических памятников и национальных культурных ценностей. В этом направлении было сочтено необходимым использовать технологический и технический потенциал организации в рамках программы укрепления потенциала для управления историческим наследием. Другой темой встречи стала реализация проекта ЮНЕСКО «Снижение уязвимости населения Центральной Азии перед угрозой таяния ледников». Стороны обменялись мнениями о ходе выполнения данного проекта. И сегодня же в рамках третьей международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, который проходит у нас в Душанбе, состоялся международный форум «Женщины и вода». С подробностями Зумрад Фазиева. Сама природа наделила прекрасную половину человечества таким качеством, как заботливость. Женщины заботятся о детях, близких и об окружающей среде. И именно женщины хорошо знают, как правильно и рационально использовать главное природное богатство – воду. Сегодня в Душанбе на форум «Женщины и вода» приехали женщины из 27 стран мира, чтобы рассказать о своем накопленном опыте в области управления водными ресурсами.
на международном форуме «Женщины и вода», который состоялся в рамках третьей международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы», с приветственным словом выступила заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури. Было отмечено, что Таджикистан – страна глобальных водных инициатив, и инициативы лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня реализуются во всех странах мира. Форум прошел при участии высокопоставленных представителей Республики Таджикистан и других стран, представителей Центрально-Азиатского женского диалога, экспертов в области водных ресурсов и вопросов гендерного равенства. В целом форум объединил представителей 27 стран мира. Международный форум «Женщины и вода» призван поддержать реализацию целей и задач десятилетия действий по воде, рассмотреть прогресс, стимулированный конференцией ООН по воде 2023 года, с особым акцентом на реализацию повестки дня по воде и выявить препятствия и возможности, связанные с выполнением обязательств, изложенных в повестке дня по воде. Hello, my name is Muson Damumba, and I'm the Secretary General of the Convention on Wetlands. Меня зовут Мусон Дамумба, я представляю Швейцарию. Хочется отметить, что третья водная конференция высокого уровня, проходящая здесь, в Душанбе, является ключевым моментом для активизации наших усилий и обязательств по управлению водными ресурсами. А форум «Женщины и вода» объединит усилия всех участников для поиска решений проблем, связанных с доступом к водным ресурсам, усилит работу по устойчивому развитию водного хозяйства с учетом гендерных особенностей, расширит участие женщин в диалоге, партнерских отношениях и междисциплинарных процессах, касающихся водных ресурсов. Мне очень приятно сегодня присутствовать здесь, на женском форуме, который посвящен вопросам женщины и вода. Этот форум является третьей международной конференцией по водной тематике, которая проводится в Центральной Азии. Для меня большая честь находиться сегодня здесь. Мы знаем, что женщины – это половина средней земли, которая играет непосредственную роль в решении проблем с водными ресурсами, в управлении водными ресурсами, в санитарии. И их роль и значимость в этом секторе очень значима. Вообще роль женщины, как мы знаем, значима в водных вопросах. Женщины, этот форум имеет важное значение для того, чтобы мы могли собирать данные, гендерно-дезагрегированные данные, для того, чтобы мы могли понять, в чем, какие проблемы существуют в данном секторе и как их можно решить. Соловьева Айгуль Сагдибековна, председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана. Но в первую очередь хочу выразить огромную благодарность за проведение столь важного международного форума по водным ресурсам. Таджикистан находится в Центральной Азии, и здесь проблема ледников, о которых указал президент Таджикистана на Генеральной Ассамблее ООН, получила поддержку практически всех членов. Я выбрала женский форум, поскольку сегодня был отчет, по которому говорили, какие проблемные вопросы. И сейчас будет сессия, когда будут решать механизмы финансирования того, как женщины могут в этих условиях реализовать себя. Как они будут получать инженерные профессии. Потому что вода – это очень важный фактор. Говорили сегодня о цифровизации. На мой взгляд, чтобы доверие возникло между странами Центральной Азии, оцифровка имеет первостепенное значение. Общее впечатление о Душанбе самое прекрасное. Я была здесь 7 лет назад, и то, что я сейчас вижу, что это фундаментально, грандиозно идет строительство, великолепно выглядят дома. На мой взгляд, многие из них по своей архитектуре и форме не уступают Парижу. Вот у меня ощущение, что я нахожусь в Париже. Это настолько интересно, доброжелательные люди, которые всегда стараются помочь, оказать содействие. Поэтому я желаю Таджикистану только успехов. Каюмова Дилерон, государственное научное учреждение Центра изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана. Являюсь ведущим научным сотрудником лаборатории качества воды, изотопы и санитария. Сегодня мы представляем Ассоциацию женщин, изучающих ледники. Вы знаете, что ледники – это не только хранилище
воды, но и являются регуляторами речного стока. И сегодня мы имеем очень хорошую возможность представлять на мировом уровне женщин, таджикских ученых, изучающих ледники, и рассказать о наших достижениях. Одним из наших достижений является открытие лаборатории по качеству воды, изотопа и санитария, которая делает научные исследования мирового значения. Проведение форума «Женщины и вода» создаст благоприятную среду для обмена мнениями, информацией и опытом для заинтересованных сторон разных стран с целью налаживания дальнейшего сотрудничества, разработки и реализации рекомендаций. Также сегодня у нас в Душанбе состоялся региональный форум бассейновых организаций. Он направлен на продвижение принципов интегрированного управления водными ресурсами и развитие сотрудничества между различными типами и масштабами бассейновых управляющих организаций. Региональный форум парламентариев рассмотрел принятые меры и результаты в рамках программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию. Мероприятие также предоставляет парламентариям возможность обменяться передовым опытом и выступить за координационные региональные усилия по достижению целей Международной конференции по народонаселению и развитию. Международный форум ледников организован для повышения осведомленности об изменениях в криосфере в условиях меняющегося климата, а также для дальнейшего повышения осведомленности о Международном годе сохранения ледников, но и Всемирном дне ледников 2025 года. Форум науки и технологий. Он проводится для представителей ведущих международных, региональных и национальных исследовательских институтов с целью укрепления отношений и обмена научной информацией для создания более благоприятных условий для межинститутских и междисциплинарных исследований в будущем. Целью форума Центральной Азии является побуждение государств Центральной Азии объединить усилия в достижении устойчивости к воздействию водных ресурсов и климата для обеспечения региональной стабильности и укрепления сотрудничества в регионе путем улучшения регионального диалога между заинтересованными сторонами. Форум частного сектора призван стать катализатором создания возможностей для бизнеса и рынка, которые непосредственно приведут к прогрессу и достижению 6-й цели устойчивого развития в регионе Центральной Азии. Ну и Африканский водный форум, он призван проанализировать прогресс в реализации общей позиции Африки и ключевых посланий на водной конференции ООН 2023 года. Форум дает возможность заинтересованным сторонам определить незавершенные дела и вот таким образом сформулировать новые темы в секторе водоснабжения и санитарии в Африке. Сегодня в Душанбе также состоялся форум молодежи и детей по воде и климату. Участники мероприятия международного уровня оценили прогресс, достигнутый отдельными странами с точки зрения молодежи, выполнения добровольных обязательств, принятых на водной конференции Организации Объединенных Наций в 2023 году, а также были обсуждены вопросы и проблемы в сфере воды и климата. Ну а какие, расскажет моя коллега Шахло Бердыева. В форуме молодежи и детей по воде и климату приняли участие руководители и представители Министерства образования и науки Республики Таджикистан, комитетов по делам молодежи и спорту, охраны окружающей среды, влиятельных международных организаций и другие высокопоставленные гости. Участниками форума был проведен обзор хода реализации глобального плана и повестки дня по развитию молодежи, а также выявлены основные препятствия, проблемы, возможности и решения, связанные с вовлечением молодежи в инициативы по воде и климату. Присутствующие оценили прогресс, достигнутый отдельными странами с точки зрения молодежи в выполнении добровольных обязательств, принятых на водной конференции ООН 2023 года. Степень выполнения обязательств, связанных с вовлечением
вовлечения молодежи выявили проблемы и барьеры, препятствующие их выполнению. По этим вопросам были предложены конкретные решения. Форум предоставил возможность и пространство для глобальных новаторов, чтобы они могли поделиться своим опытом и знаниями с молодежью по всему миру. Участники уделили особое внимание изучению потенциала пилотирования и масштабирования инновационных идей в разных странах одновременно для проведения работ с правительствами по созданию благоприятной среды для развития инноваций. Молодые участники форума из Таджикистана, Нидерландов, Пакистана, Индии, Узбекистана и других стран мира предоставили свои презентации. Меня зовут Бегим Джаназакова, я из Кыргызстана, представляю молодежь стран Центральной Азии, также работаю в Винисон Групп и представляю Central Asian Youth for Water Network и ЮНГО. Организация молодежного форума по климату и воде является неотъемлемой частью в процессах Душанбе. Основная его цель – это интегрирование голоса молодежи, идеи молодежи, его решений, процесса принятия решения. И я считаю, то, что организация проходит на высоком уровне, потому что мы заранее приехали, мы заранее подготовились, и в действительности с нами ведут двусторонние диалоги, и мы очень рады то, что здесь мы представлены, и мы надеемся, то, что молодежь будет представлен и в других процессах также. Я во второй раз в Душанбе, и во второй раз я впечатлена гостеприимством, людьми, которые нас поддерживают. И, как ранее уже говорила, вот процессы по воде, по климату тут идет на высшем уровне. Поэтому благодарю всех, кто нас так воспринял, принимают и вот. Был презентован молодежный план по воде и климату, разработанный сетью «Молодежь за воду и климат». Продемонстрировано участие молодежи в формировании национальной водной повестки Таджикистана. Шахло Бердиева, Амир Узджумаев, Дильшод Хушбахт, новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.